नहीं वेस्टिन हॉल, वेस्टिन होटल, वेस्टिन होटल फिनिक्स छोड़ता है। This is also a shopping center, Westin. Business class. Business class. Это отель. Seven-star. Seven-star hotel. Seven-star? Seven-star. Семь звезд, говорит Westin. Conrad's, Westin, отель. JW Marriott. This is, look this side. Как корабль, look like ship. Прямо семь звезд, говорит. Лело, Бомбе мы путаем. Бомбе се лотте тайм. Вот пицца домино. Тол апка, на? Вон. Кя хамара тол? Макдональдс. Тол, тол. Тол мне кофер не пардта. Давай. Держи. Намасте. Апкан тол келе? Пай. Ага. 1,900? Не, не, бада гаде на. Бада гаде. This is Trump Tower. Which tower? Twin Tower. Trump Tower. Trump Twin. Tower. Twin. Trump. 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 А, Трамп. Trump Tower. Yeah, yeah, yeah. Вот это смотрите, вот эти вот башни Трампа. This is the Bishop School, near the Bishop School and Trump Tower. Trump Tower, yeah. Uh-huh. It was built by Trump? Yeah, left he's side owner, is Bishop Dali. School. Хозяин Трамп. He has two buildings in India, one in Bangalore. У него есть еще в Бангалоре здание. Trump Towers написано. That's why he's a friend with India, you know? Да. Hugging Modi very much. Bishop School. This is Bishop School. A school. School. Школа. Private school. English. Частная. Bishop. Английская. От церкви. Bishop. Bishop. Выращивая деревья, сохраняем нашу землю. Вот так вот между делом проезжаешь под мостом и читаешь такие надписи мотивирующие. Там я в рекламе прочитала, что квартира продается с двумя спальнями от 5 миллионов, 5,2. Ну, так же, как в России. 5 миллионов в Индии, так же, как 5 миллионов в России. В общем, наверное, такие же цены, да? Лалвани, Айкон. Лалвани, Васту. Что ж такое Лалвани-то у них тут кругом? Лалвани Хаус. Вот из этого Лалвани. Лалвани name of family. Like Лалвани. Лалвани is a family name. Это фамилия просто. Такая, видимо, много у них собственности у этих Лалваней. Наверху пальмы, что-то такое современное строят. Целый комплекс большой, да, да. Город строится. Орион. Вот еще стройка. И здесь, по-моему, как раз этот торговый центр. Thank you so much. Welcome. Have a good. Hello, mama. Ну, в торговых центрах здесь. Welcome. Обувь. Давай, дай им мою сумочку. Нормальненько, да? Нормальненько. Хэви-хэви, не для мужских плечиков нежных. Нур, мама. House not very far from here. One day we walked last time.
Мы уже сюда приезжали 3 года назад, в этот центр. Пошли. Открывается в 11. Мы еще ждем. Сейчас 10:30. Пошли куда-нибудь сядем. Ну все, нас пустили. Он говорит, как ты такое тяжелое носишь? Я женщина. Я еще 30 килограмм жира лишнего ношу. Так что еще 5 килограмм. А это что такое? Вот is it this? Это прищепочка пианино. Какая-то? А это пианино. Рояль. Вот здесь уже рояль. На второй этаж в ресторан надо. Армани. I bought one time $1,000 shoe about 30 years ago. Shining one. And what? You was happy? I'm happy, but I don't know where. When I change my places, I divorce. Я, говорит, однажды купил, говорит. People enjoy it. Купил за $1,000 еще 30 лет назад Армани обувь. Такие, говорит, сияющие они были. Потом, говорит, говорит, я счастлив, у меня хорошая память. Я, говорит, потом развелся, все вещи выкинул, он даже, по-моему... Но сейчас, я, говорит, это была роскошная жизнь, но сейчас, говорит, я больше счастлив. Тогда... Сейчас, говорит, мне только из той жизни нужен один Rolex. Тогда с золотом, не обычные, а золотые. Somebody bankrupt, they give cheaper. Может быть, когда-нибудь магазин какой-нибудь обанкротится, и они, говорит, продадут дешево. Может быть. This I don't like. Вот хорошо, вот правильно, да, и Ашо как раз об этом говорил, что надо все сравнить. Чтобы понять, допустим, что не в деньгах счастье, надо, чтобы их было много. Ну вот ему повезло, какое-то время у него их было очень много. Он их не считал. Вот. Вот сейчас он понимает, что они должны быть, но в таком количестве они не приносят счастья все равно. Чем больше денег, и это неоднозначно тому, что тем больше счастья. Счастье в других вещах. И вот даже в такой свободе, какая у нас. Но деньги однозначно нужны. Конечно, как говорил Юлиан Семенов, деньги – это отчеканенная свобода. Путешествия очень многие. Господи, надо было мне другие одеть. А эти у меня очень скользкие. Я почему? Я их люблю, когда дожди, не промокает ничего. Тряпочные-то промокают. Вот. Но зато в торговых центрах они очень скользкие. Мне тоже сейчас моя жизнь очень нравится. Вот, наверное, больше всего Fossil, большая компания. Больше всех моих прошлых моментов жизни мне нравится сейчас. Кто бы мог подумать, никогда бы не подумала, что я буду счастлива больше, чем в 20, больше, чем в 30 и больше, чем в 40. Я буду счастлива в 53 года. Вот никогда бы не подумала. Ну, сейчас, конечно, я получу комментарий. Вам 53, я бы вам дала 73. На это я всегда отвечаю. Товарищи, мне 120. Но больше 90 мне никто не дает. Это обычно, знаете, вот это так хорошо видно, когда люди хотят обидеть, уколоть. Очень часто такие. Не только на моих, не только на моем канале. Заходишь иногда на канал, там вообще там умница, красавица. Ей лет 25, пишут, ну сдала, время никого не щадит, ну стареет. Вот. Парикмахерская маленькая. H&M, Zara, Марк Спенсер. Ой, я как будто бы птица над пальмами лечу.
Walking and looking. Only looking. Not very far from your house. Хорошо. We shall go for tea, and then we go back another area. А это, наверное, хозяин этого торгового центра. Ой, какая ваза. Смотрите, какого размера. Видите, какой размер? Выше меня тут все. Пинджаб грил. О, запах такой приятный. Повара в шапочках черных. Очень красиво. Красивый интерьер. High class. Ну и, наверное, high price. Но очень красиво. Алкоголь продается. Очень красиво. Должно же быть на любой карман. И для нас, голодранцев, и для приличных людей, которые не хотят сидеть с нами, голодранцами. Вот, точно. Правду сказал, кто повесил рюкзак. Ведь потеряете. Украдут. Вот ходят всякие разные голодранцы. Могут испереть. Home Design Studio. А что? А, ну здесь можно, смотрите, дизайн дома, да. Прям такая... Несмышленая Home Design Studio. Что они там предлагают? Вот они предлагают расставить твои, свои, ваши, наши кровати, табуретки, мебель и придумать дизайн, может быть, дома. Здорово, да? Прям замечательно. Будем знать. Все это должно быть в нашем Бангалоре, конечно, такое. Но пока неохота заморачиваться всем этим. Жизнь такая короткая. Сковородка мне все равно нужна. А где Саши? А, вот. Сковородка и соковыжималка. А? Nice to work, but too much walking, no need. We are tired. Nothing we can buy here. Да. Just a little bit relax. Ага. You want to see the kitchen, sir? Пошли, да. Чало. Кухонные это принадлежности. Ну, сейчас не будем, конечно, покупать сковородку, но вообще хотя бы надо шнековую соковыжималку. Вот они, соковыжималки. This. Yeah, yeah. But not from here, не отсюда, но вообще надо присмотреть хотя бы цены. В Бангалоре мы получим. Ну вот я купила, мы купили однажды индийского производства погружной миксер. И они сломались быстро, потому что самый дешевый. Шнековый 20 тысяч вот это стоит. За 20 тысяч должна быть шнековая. Да. Так. Что? Кап? One time we bought tally. А, we have tally. Yeah. 2000, I think, each. Or, put-a-party, no? Put-a-party, да, we have two sets. We да. Мы такие красивые купили. Oh. Вот наборы для тали, очень красивые. И они у нас put-a-party. Вот такие вот они. Дорогие, дорогущие. А это для чего? Смотрите, чугунная. Вот чугунная мне сковородка, кстати, нужна, да. Тяжелая чугунная. Вот эта красота, мне этот нравится. Надо купить, значит, духовку. И там еще дискаунт будет, да? А вот та белая после дискаунта будет 27 тысяч. Но это значит точно шнековые, потому что не может быть 27 обычная, центрифужная.
красивый дизайн вот, вот у этих вот. Вот у этих вот. А для детей будет вот железная дорога. Да, вот отсюда вот она поедет, стартанет. Намасте. Намасте. Жарко, да, он чувствует, говорит, мне жарко. Ему жарко, и мне жарко. Кофе дей. Я сегодня утром сделала очень много кофе. Пила его, наверное, целый час. Позже, да, он говорит, они почему-то кондиционеры не включают. Ну, сейчас и покупателей-то нет. Мы с тобой что, покупатели, что ли, что ради нас включать чего-то? Only looking. Для таких не включают. Мне вот такого вида ширмы тоже нравятся. Вот они уже такие современные. Мне нравятся и такие старинные, индийские, деревянные, резные, ручной работы делают возле Харидвара. Очень мне нравится. Ну и вот такие уже современные тоже. Ведет, как щенка, мою сумочку. Сейчас потащит на поводке. Ты как думаешь, я ее таскаю? Как бы бамбук. Как бы, потому что он пластиковый. И эти цветы тоже пластиковые, естественно. Иначе вот такие, как я, общиплют. Все. Люкинг закончен, дорогие товарищи. Обзор. Ни цен вам, ни вещей не показали. Но зато свозили в шопинг-центр. Кто будет в Пуне, зайдите. Одноглавый орел. А у нас двуглавый. Аджа? Чего мне не хватало сегодня утром? Не хватало мне нашего Патрика. Вот утром вышла, думаю, что-то не хватает. Пошла ловить попугаев и поняла, что Патрик-то остался в Путапарте, мой дорогой друг. А он, наверное, заглядывает в окошечки, зовет меня. А я вот где прохлаждаюсь. А вот там милитари полис, военная полиция, да? Военная.